Семена бархатцев отклоненных махровых петит, смесь окрасок. Петит следует приобрести любителям пестрых цветочных куртинок. Высаженные группкой одного роста бархатцы с одинаковой темно-зеленой ажурной листвой и разноокрашенными соцветиями будут выглядеть интересным декоративным пятном на фоне газона. Сортосмесь Петит собрала в себя все краски солнечной гаммы. Она расцветет на вашем участке кремовыми, желтыми, оранжевыми, желто-оранжевыми, бордовыми махровыми корзинками. Соцветия диаметром от 3 до 5 см различаются не только цветом, но и формой. Бархатцы отклоненные махровые Петит, смесь окрасок, это однолетнее растение высотой 25 см. Цветок лучше всего подходит для групповых посадок и может достигать до 4-5 см в диаметре. Бархатцы прекрасно используются подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. В качестве места выращивания бархатцы прекрасно устроит открытый грунт. Расцветают бархатцы отклоненные махровые петит, смесь окрасок, в месяц июль-август. Цветок окрашен в разнообразная окраска цвет. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.